Архитектурные достопримечательности для незрячих. Чтобы улучшить людям с инвалидностью восприятие окружающей среды и города, общественниками и представителями города было решено воплотить в жизнь проект «Одесса на ощупь с закрытыми глазами». Миниатюры известных достопримечательностей. Для нас стоит цель не просто говорить, а делать. И как раз вот эти миниатюры – это результат того, тех совместных усилий власти, общественности. Когда задумывался общественный бюджет, как раз была цель привлечь жителей нашего города, потому что имеют право голосовать только жители города, и чтобы они давали свои задумки, свои проекты. Общими усилиями удалось реализовать точные копии здания мэрии, археологического музея, английского клуба. Мечту незрячих их увидеть. Цей проект є яскравим прикладом того, як мрія втілюється в життя. Коли людина дуже хоче, щоб вона втілилась в життя, і коли оточуючі її підтримують. Я дуже вдячна всім, хто мене підтримав. Уже наші міста України попросили у нас цю технологію, тому що нічого подобного ніхто не робив. І було підтвердження ще одне дуже приємне, тому що перший міст європейський, який встановлював такі скульптури, це був Краков. І коли куратор, займаючись цим проєктом 15 років, приїхав в Одесу і побачив ще поки в закритому режимі ці скульптури, він сказав, що нічого подобного він теж дійсно не бачив, що це дуже якісний продукт. И поздравил всех нас, потому что это совершенно иная, новая технология. Важно, что этот проект будут продолжать. Планируется установка еще трех достопримечательностей, самый сложный из которых считают оперный театр. На проект было выделено 2 миллиона гривен.